Делюсь рецептом обалденно вкусного в салата, который побил все рекорды по просмотрам в интернете. Здесь вы видите самые простые продукты, которые можно приобрести в любом магазине. Я буду нарезать сначала 4 огурца, конечно же, их помойте. Я нарезаю соломкой, потому что так мне больше всего нравится. Данный салат вы можете готовить как на праздники, так и на каждый день. Он очень вкусный и полезный. Также данный салат готовится без майонеза, что делает его подходящим на правильное питание. Дальше мы берем 4 отварных яйца, я их также нарезаю соломкой, вы опять же таки можете делать как вам удобно. Салат очень вкусный и полезный, также он очень сытный. Дальше нам с вами потребуется 150 грамм, я беру консервированную кукурузу, это примерно половинка баночки. Заправку мы будем делать из сметаны, я беру 15% сметану, примерно 5 столовых ложек. Немножко черного перца по вкусу добавляем, 2 зубчика чеснока вы можете пропустить через чеснодавку, либо же натереть на терочке, как это делаю я. Дальше добавьте соль по вкусу и натрем плавленый сырок. Он не замороженный, и для того, чтобы лучше его тереть, я вот так вот его макаю в сметану. Такой лайфхак можете использовать, очень хорошо действует. Очень ароматная и вкусная заправка, она является универсальной, вы можете ее использовать для любых блюд, также ней можно использовать на бутерброды для завтрака, это очень вкусно и ароматно. Конечно же, здесь много чеснока, поэтому если у вас какое-то мероприятие, ограничьте. Дальше я добавлю замороженную зелень, у меня это зеленый лук и петрушка, вы можете добавить свежую зелень или какая вам нравится. У меня зелень всегда есть в морозилке. Перемешиваем, и я еще добавляю кунжут. Если вам кунжут не нравится, можете не добавлять, он очень полезный. Выкладываем на тарелочку, и можно сказать приятного аппетита. Вот полностью рецепт, вы можете его сохранить для того, чтобы не потерять.